Репортаж из города Чедерлунги. Показываем здесь достопримечательности парка Мескоминавского района. Здесь у нас есть дикая слива, которая занесена в Красную книгу. Поближе можно, пожалуйста? Вот. Дикая слива, она занесена в Красную книгу и каким-то чудотворным образом попала в наш район. Сюда, смотри, сюда, смотри. Да, попала в наш район. И вот видите, здесь уже кто-то веточку поломал, там козы пробегают иногда и покусали, видно. Да. Ну так, природа, красивая романтика. Там немного попилили деревья у нас и говорят, что это омоложение леса. Но на самом деле никакого омоложения, никакого движения не вижу. Видно, попахивает дело кидосом. Тут речка у нас обычно сухая, но иногда, когда это Бежгёское озеро прорывает, она пополняется немножечко. И когда в 2003 было наводнение, как раз там на рельсах ноги помыли, было нормально. И вот, и мостик тоже много перетерпел, не знаю, война, немцы, что там было. Сейчас посмотрим немножко состояние ржавое, и за ним не смотрят, ни крас, не понимаю, куда примар смотрят, вообще, что за происходит здесь вообще. Ни культуры, ни эстетики, вообще, я не знаю, куда это, как это катится вообще. Ну, раньше он был деревянным, здесь коровы проходили, он проваливался, короче. Я когда мало был, здесь прыгал, короче. А сейчас заварили железо здесь уже, нормально все сделали. Перила железо, все. Как бы если вспомнить детскую историю, у нас молодежь, когда просто дискотеки, тут и веселенькие, ну, чуть в голове варбирачек, кафадан. И тут, короче, вот так становились, и вот так вот раскачивают мост со всей дури, и на него начинали ломать. И тут нормально уже заварили железо, чтобы все серьезно. Тут разные там бузяны, там травки, там интересные, там дурманчики туда-сюда. Ну, смотря по ситуации, что тут получается. Вообще, вот, когда лето приходит, у нас Чедерлунги красиво. Вообще, Чедерлунга должна быть столица. Там братские много спорили, но это все понты. Мы по-любому Чедерлунга Олджек столица. Сайт для зумку, айма, асфальт, все. Вот так вот. Вот я учусь в Болгарии, вот иногда душа все равно плачет. Вот хочу домой. Своим друзьям попить пивка, по жизни побазарить, посмотреть, что как дела, короче. И так бывает, ностальгия находит на сердце, на душу. Как бы я здесь родился, я здесь умру, по-любому. Откуда мы, от чего уходим, туда и вернемся, по-любому. И как наше большинство уезжает за границу и задирает свой нос, начинает, что я приблотненный, там вы никто. Ну, мы все братья, знаешь, как слова из моей песни. Ведь все мы братья, а братья гагаузы. И вот так. Ну, думаю, на этом можно закончить репортаж. Еще до встречи, увидимся. Еще расскажу, что у нас интересного есть. Это как бы первая съемка пробная, короче. Сейчас упадешь.